Небольшой постскриптум. Если все же вы решили заниматься изготовлением дубликатов ключей, то рекомендую вам компанию Венсинг, которая у меня оборудована. Такая старая модель 100Е1, 14-16 год выпуска, идеально справляется по изготовлению 98 видов всех существующих в мире ключей. Ну, кроме, я говорю, вертикальных. Все остальные вы будете легко, которые здесь на столе лежат, делать. Без особых проблем. Это по оборудованию. Если же касается вопроса, заниматься этим или не заниматься, то я думаю, что не стоит. Просто затраты, даже оборудование будет стоить копейки по сравнению с затратами на дубликаты, на сами заготовки дубликатов. Вот я говорю, что даже английских ключей, вот этих вариаций, существует 3000 видов. И то каждый год день появляется новый, тоже может больше, чем 3000 видов. Потому что старая у меня уже информация. Опять-таки, таких ключей флажковых где-то 800 видов минимум, а может и 1000 даже. А финские ключи, ну где-то в районе 300-500 видов. То есть каждого вида вам нужно иметь минимум один ключ. Минимум. А минимум это мало. Вам нужно, чтобы у вас быть уверенно, вдруг два человека, два ключа таких принесут. Соответственно, вам надо. Вот тут тоже финский ключ, да. Еще крестовые ключи там. Ой, много разных версий. В общей сложности всех видов ключей, я не знаю, наверное, может 10 тысяч, а может и более. Вот представьте, 10 тысяч видов всех ключей, которые существуют в мире, это по одному. А вам надо как минимум 3-5 иметь. Вот даже если 5, вы хорошо решили заняться этим бизнесом. 5, у 10, 50 тысяч ключей. Они же разные цены, там и по 5 есть, и по рублю, и по 3 рубля. Вот по 3 рубля возьмите. Это большие инвестиции, которые не всегда окупаются. Поэтому, и плюс, это при том всем, что дешевые китайские замки, дешевые китайские личинки, это все доступно, все в каждом магазине, строительном, хозяйственном, универмаге, везде это все есть. И человеку проще пойти купить готовую личинку, нежели ему купить ключ у вас заказать. Если два ключа, вот таких будет стоить как личинка. А в личинке уже 6 ключей. Так 6 против 2. Какая рентабельность? Человек, конечно, будет экономить, пойдет купить новую личинку. Да, с автомобилями сложнее. Вот с автомобильными, может быть, есть смысл начать делать. Потому что будешь ты замок автомобиля менять каждый день. Проще заготовку. Но, опять-таки, заготовки эти не дешевые. Такая вот заготовка будет стоить в районе 7 рублей заготовка. Сколько будет стоить по ключу? 10 рублей, чтобы заработать 3 рубля, рубль на налог, осталось 2 рубля. Ну что, 2 рубля вы сегодня заработали, а надо же купить таких 5. Ну, пожалуйста, всему 5, 35, а 2 рубля заработали, эти 2 у вас минус. Ну, не факт, что заработаете. Ну, то есть, вот такая ментальность. Поэтому думайте. Никого не заставляю, но мое мнение, ключной бизнес в 21 веке, это уже нерентабельный бизнес.